В сибирском здоровье два вида препаратов железа, и оба работают прекрасно. Так в чем же разница? Первый вариант – это органическое железо, в составе которого две формы железа – это фумарат и аскорбат. Это органические формы, которые необходимо дополнять помощниками, потому что без них они не усваиваются. Витамин С способствует полноценному усвоению железа в желудке, в 20-30 раз выше, чем без него. Витамин В6 участвует в производстве гемоглобина, главного переносчика кислорода в нашем организме. Фолиевая кислота участвует в производстве эритроцитов, которые доставляют гемоглобин и железо к нашим клеткам. Также среди помощников корень лопуха и порошок инулина, которые снижают риск побочных действий со стороны ЖКТ. В одной капсуле 25,5 мг железа. Второй вариант – это хелат железа в форме бисглицината с очень высокой биодоступностью, более 90%. Эта форма железа не нуждается в помощниках, оно прекрасно работает и без них, и его можно смело рекомендовать детям и беременным женщинам. В чем главное достоинство этого железа? Хелатная форма железа не оказывает негативного воздействия на слизистые оболочки желудка и кишечника, поэтому оно совершенно не имеет побочных эффектов. В одной капсуле 20 мг органического железа. Что же выбрать в итоге? Если у вас нет проблем с кишечником и желудком, выбирайте органическую форму фумарат и аскорбат, там выше дозировки. Если проблемы есть, выбирайте более мягкий вариант – хелат железа.